Решать проблемы жителей, планомерно отрабатывать болевые точки – задача местных и областных властей. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков совместно с министром ЖКХ Московской области Антоном Вельховским провел выездное совещание в микрорайоне Щелково-7 по анализу обращений, которые поступают в Центр управления регионом. Выезд состоялся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В частности, жители домов 24 и 22 по улице Неделина просят отремонтировать асфальтовое покрытие во дворе. Есть необходимость ремонта ливневой канализации и внутридомовых инженерных систем. Многие вопросы ЖКХ должны решать управляющие компании, но с этим в Щелкове-7 есть проблемы из-за длительного противостояния нескольких УК. Те, кого ГЖИ исключает из реестра лицензий, сопротивляются и ставят палки в колеса тем, кого выбрали жители. Андрей Булгаков поставил задачу оперативно устранить недостатки, а что касается УК, то этой проблеме власти уделяют особое внимание и намерены убрать из округа все недобросовестные компании. Еще одна проблемная точка в микрорайоне Богородский. Аварийная ситуация на местной канализационно-насосной станции. По условиям договора застройщик микрорайона не обязан был передавать в муниципальную собственность коммунальные сети. Закон это позволял, и имущество осталось в частных руках. Проблема с обслуживанием КНС назревала давно, на ней периодически происходили аварии, и вот, что называется, прорвало. Сломалось насосное оборудование, и зловонные стоки текут по дворам вниз по склону. Вышли из строя насосы, да, то есть собственник не удосужился их поменять вовремя даже, да, и получается, пока все три насоса не вышли из строя, то есть все это, ну, грубо говоря, все встало, да, соответственно, вот это самая нижняя точка микрорайона, сюда все течет. Из трех насосов сейчас работает один, оперативно отремонтированный. Ожидают еще один новый, но и эту проблему кардинальным образом не решит. Глава с министром и специалистами встретились с жителями и обсудили варианты решения. От серьезных экологических штрафов до изъятия имущества. И пока взяли время на более детальное изучение ситуации. И сейчас глава и мы, как министерство ЖКХ, вынуждены решать проблемы недобросовестного застройщика. Но я думаю, что мы наметили пути решения, дали поручение и в течение 2 недель договорились встретиться, через 2 недели глава встретится с жителями и расскажет, какие пути решения этой проблемы, которая волнует, если я правильно помню, тут 17 многоквартирных домов, которые испытывают неудобства от работы этой компании. Помимо этого, Андрей Булгаков поручил отделу экологии постоянно мониторить территорию УКНС. От администрации округа направлены обращения в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Госадмтехнадзор Подмосковья о привлечении собственника к ответственности. Аферистов очень много, мы их сейчас выгоняем из города, да, застройщики, здесь кто кого покрывал, управляющие компании, есть хорошие, есть плохие, я это все знаю и много передаю дела в АБЭП и в прокуратуру. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.